Написать литературное произведение, где все слова начинаются на одну букву, возможно? Конечно, да, скажет нижегородский писатель Николай Культяпов. Его повесть «Ольгин остров» – самый что ни на есть пример. В книге, получившей мировую известность, 16 тысяч слов, и все на букву «О». Приходилось мне общаться со многими академиками, профессорами в Волгограде, в Москве. Есть такой государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, где обучают студенты из многих стран мира. Ну и вот он, академик Прохоров, мне говорит: ну хорошо, Николай Александрович, ваши книги в крупнейшей библиотеке мира, библиотеке Конгресса США, у многих президентов стран мира, у многих национальных университетов и академий, ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций. А вот на другую-то букву что-нибудь можно писать или нет? Недолго думая, Николай Культяпов сел творить, и через полгода на свет вышел новый роман из 86 тысяч слов на букву «П» «Приключения пехотинца Павла Петровича». Специалисты называют мои книги «уникальный лингвистический эксперимент, показавший дополнительные возможности русского языка». Они говорят, не только она имеет литературное значение, но и научное. Поэтому, если читаете, вдруг читаете какое-то непонятное вам слово, здесь обязательно есть сносочка, и поэтому читать и выполнять словарный запас русского языка. На счету уникального нижегородского писателя награды разных национальных литературных премий. Николай Культяпов попал даже в книгу рекордов Гиннесса. Теперь писатель хочет перевести свои произведения на разные иностранные языки. Пусть зарубежные читатели знают, насколько богат и могуч наш русский. Впрочем, в ближайшее время Николай Культяпов может приступить и к созданию новой книги, ведь на очереди сейчас буква «Р».